55-й бийский маршрут возобновит работу в пятницу. В рейс выйдут машины предпринимателя Валерия Попова. Напомним, 21 марта автобусы прежнего перевозчика Юрия Матусовича без предупреждения не вышли на линию. Из-за этого жители Треста и 23-го микрорайона не смогли вовремя попасть на работу. В этот же день автобусы были обнаружены в Барнауле на конкурсе за перевозки на лакомых маршрутах 77-м, 121-м и 33-м. Юрий Матусович объяснил ситуацию тем, что собирался закончить работу в Бийске из-за нерентабельности. На сегодняшний день договор с ним расторгнут. Администрация Бийска пока не комментирует, будут ли применены какие-либо санкции к перевозчику, нарушившему условия контракта. Автобусы нового предпринимателя будут ходить по прежнему маршруту. Изменится только интервал движения. «Газели» будут ездить реже, через 10-12 минут.